Всем привет, друзья, с вами снова Кощуков Александр. Да, я такой сложный человек, да, злой и все такое, да. У тебя других интересов нет, что ли? Да нет, есть другие интересы. А что может быть важнее, когда близкие болеют? Вокруг люди болеют. И все что-то репку чешут и говорят, что, блин, молодежь, а, меня это не коснется, это не ко мне канарейка. И так далее. То есть все думают, а у меня же мама там, или там, прабабушка у меня до сотки дотянула. Да она дотянула. Это да, у тебя генетика есть. А то, что ты сейчас вытворяешь со своим организмом. Или у меня дед там протянул, о, ветеран войны еще, вон сколько он, израненный весь, жил. А я что? А ничего. Поймите, они чуть-чуть по-другому жили. У них меньше стрессов было. Они по-другому жили, у них другая жизнь, у них другой строй был. Они не переживали, с кем сегодня ребенка оставить. Как сегодня любимую чем ублажить? Будут у тебя деньги вечером или не будут? Хватит ли тебе кредит закрыть в этом месяце или не хватит? Или вас квартиры выселят? Или коллекторы припрутся описывать твое имущество? Судебные приставы. Вот они этим не парились. Вот они из-за этого жили долго. У них было одно. Здоровая система здравоохранения, а не то, что сейчас. А сейчас это просто то, с чем вы сталкиваетесь. И каждый из вас думает, да ё-моё, я в 15 лет спортом занимался, в бассейн ходил там, на лыжах бегал. Ну, правда, сейчас поясница что-то болит, что-то варикоз повылазил, что-то у меня колени болят, а? Шишки на ногах выросли, на пальцах, что-то ходить больно. А так-то все нормально, да? Ой, сердце что-то покалывает, ой, давление что-то подскакивает. А мне-то всего лишь сколько? Ну это же ерунда, ё-моё. Голова болит 10 лет. Да это что там, ё-моё. Сейчас пойду к доктору, он мне пилюльку пропишет, и все, и понеслась душа в рай. А, вон, у меня подруга сказала, что у нее там хороший кардиолог, или этот, спец по женским проблемам. Ой, что-то у меня какие-то проблемки, но я не знаю. Я не знаю, но мне посоветовали. И вот пока вы до нее доберетесь, вам может настать кирдык. Это я вам как доктор говорю. Не, профессор около медицинских наук. А вы все будете думать, как лучше, как правильно, какие анализы сдать, что там в интернете мне посмотреть. А время упускается. А потом вы столкнетесь с этим вопросом. И потом до вас дойдет то, что вам Саша когда-то говорил, да, там Сашин ролик вы там 4 года назад первый раз посмотрели. И все надеетесь, когда же, а, там в Питере же какой-то мужик изобрел эту, как ее, лекарство, да, оно сейчас тестируется. Мы через сколько-то начнем это. А, вот я сейчас послезавтра голодать начну. Да, и у меня вот как у Громакова это произойдет. А, да, там еще же надо это, физкультурой заниматься. Что я, дура что ли? Или дурак? Да не. Не, да мне ж поможет, а стопудов. Это он старый больной был, а я-то чё? Я подумаешь, там 20 лет болею, да? И все это пройдет. Да нифига, друзья. Вы не ждите с моря погоды. Канарейка к вам придет. Так же, как, блин, говорю, меня окружают люди. Уже часть из них ушли. Просто вот так же. Рядом же профессор. Кровать же рядом стоит. Подумаешь, я буду простынки перекладывать. А то Саша ругается. Что ж такое-то? Что, мама, ты не лежишь на кровати? О, я лежу. Я говорю, мам, простынь моя лежит. Я как утром отлежал, уехал. Сейчас приехал, она же лежит. Ой, ты что? Ну и все. Кому что доказала? Мне, что ли? Видели бы вы ее глаза, когда вот случилось, когда это происходило. Это я видел ее глаза. Это я видел, как она жить хотела. Как она в этот момент испугалась. И какие, с какой мольбой она мне. Да это дважды было. Дважды на коленях стоял. Мама, давай. Приходи, тут пройти 300 метров, как раз расшевелишь свои булки.
И вас уговариваю, вас упрашиваю, говорю, задумайтесь, включите вы серое вещество. Нет этого великого, блин, волшебного профессора, который вытянет вам позвоночник, который наладит иннервацию в вашем организме, он не поднимет вам иммунитет, ничем абсолютно. Тем, что он вам насоветует, то, что он вам напрописывает таблетки, это последний писк, это последний пик, И все, и трындец вам будет. Когда вам говоришь, есть Жанес, блин, вы тоже сидите, репы чешете. А, блин, оно пройдет. Так же, как у тети Томы, тетя Аллы. Пришел, говорит, поменяй мне водичку. У меня в унитазе вода журчит. Что-то там такое. Поднялся, все, темно в подъезде, там темнотища. Поднялся, у нее там из 4 светильников в ванне. Один горит. Ну, я так это, быстренько там все, что там, что надо было, сделал. Я говорю, надо будет кран поменять. Она, ну, пойдем чай попьем. Я же добрый парень, я же помогаю людям, которые меня просят. Где, если это мне, как бы, в моих силах. Все, я помог, все, да, ну, ладно, чай так чай. Сели, вот уже под лампами нормальными, на кухне сидим друг напротив друга. Смотрю, гематома под глазом, ого. То есть, вроде бы, как бы, в синеботстве не замечено, в дебошах тоже. Женщине за 50, думаю, ну это как-то странно. Говорю, тетя Алла, это случайно не... Это не подскользнулись, весна была, думаю, может где-то ударилась. Да нет, Саш, что-то сосудик лопнул. А я не доктор, я только-только, ну как бы понимать начал, как организм работает. Откуда я это взял? Я фиг его знает. Ну уже были какие-то познания. Понимание, как работает организм. Я говорю, тетя Алла, а вы не думаете, что это не шутки? А ну а что такое? Я говорю, вы понимаете, что слава богу, что сейчас давление у вас такое, что сосудик здесь во внешней части черепа у вас лопнул. А вы понимаете, что в следующий раз, не дай бог, он там внутри лопнет, и что с вами будет? И что? Я ей объясняю, тетя Алла, я уже вам сколько? Год уже говорю, что позанимайтесь. Денег вот так. Бизнес. Ремонты евро каждый год делала. По-настоящему, все красиво, все. Кожаный диван, телевизор во всю стену. У вас еще такого не было, а у нее уже стоял. Она, ну не знаю, Саш. Ну я еще рассказал, чуть-чуть рассказал, говорю, тетя Алла. И я со всеми с вами, вот эти мои ролики, вы думаете, я для себя их пишу, что ли, народ, народонаселение, кто особенно давно подписан на моем канале? Я для себя это пишу или для вас? Когда же у вас там это щелкнет? Ну и все. Она спускается, ладно, давай, Саш, попробую. Полежала, ого. Она, ну и показывает, что вот ей доктор прописал таблетки, она их принимает там. За давлением стала следить. Я говорю, эти таблетки вам абсолютно ничем не помогут. Ну все, полежало, классно. Выходить в подъезд, а там тетя Тома заходит. Это про ту, про которую я с гангреной рассказывал. И они вот, они в дверях у меня столкнулись. Тетя Тома домой пошла с мамой пообщаться. А тетя Алла пошла в подъезд. Я выхожу, говорю, это, тетя Алла, во сколько вас завтра ждать? Она говорит, о, к тебе Тамара ходит, я к тебе не пойду. Я говорю, тетя Алла, это что, шутка что ли какая-то? Вы что думаете, я про вот то, что сейчас может с вами в любой момент произойти, пошутил? Не, Саш, к тебе Тамара ходит, я не буду ходить. Я говорю, тетя Алла, это моя кровать, это моя квартира. Вы если что, будете чаще встречаться в лифте, чем у меня в квартире с тетей Томой. Просто так получилось. Она, не, Саш. Я что могу сделать? Поймите, я вас уговаривать точно не буду. Если вам это надо, вы сами меня найдете, вы сами мне позвоните. И самое главное, когда у вас начинается обострение, не тупите, ни тараканов в башке своей не гоняйте. Не бегите вы к доктору, он вам абсолютно ничем не поможет. Он вам только страстей наговорит. И опять же вы вернетесь к тем таблеткам, которые вас и убьют в оконцове. Вот. Все, в итоге, она ушла через 4 месяца, приглашает меня еще одна казашка, ну, как бы у нас, кроме тети Аллы, там 5 этажей вниз у нас там живут казахи или татары. Вот.
Зовет. Ну, я так, я сразу понял, что это сестра тетя Алина. Поднялся наверх, прохожу по коридору, а вот тут у них дверей нету, зал. Сидит бабуська там на кресле, на этом кожаном великом. Ну, бабуська, то есть я просто мельком вот так вот как бы посмотрел, головой кивнул там, как бы, не приглядывался. Пошел, поменял там эту штукенцию в унитазе. И что-то спрашиваю, говорю, а где тетя Алла? Она говорит, в смысле где? В зале. Я такой не понял. Она говорит, ты что, Саш, не в курсе, что ли? У Аллы инсульт был месяц назад. И почему я злой? Захожу я в зал. А она сидит с испуганными глазенками, такая вся уже. Няшная, пипец. Просто парализована наполовину. Ну и все, и ништяк, 52 года. Или сколько там, 54 было. Все, это овощ. Я ей говорю, что, тетя Алла, дошутились? Прикольно. Что, помогли вам ваши деньги или ваши врачи? Сильно, да? Ну-ну. Я говорю, теперь пока только-только это произошло, бегом вниз. Давайте начнем заниматься. О, нет, а там уже это, вот эта этажерка для фруктов, да, вот такая вот вся. Вся в таблетках. Не-не-не, Саш, я что-то боюсь, врач что-то. Я говорю, ну смотрите сами. И эта эпопея тянется с 2011 года. Сколько лет прошло? 10 лет. Через месяц после, еще через месяц, она стала спускаться. Жить хочет пипец как. Я помню, через 3 года я ее посадил, привез к дяде Саше, у которого я поднял, ну, то есть, который стал, был овощем, такой же парализованный, только ему было 75 лет тогда. Это 54, да, допустим, ну, возьмем 50 с хвостиком, ну, 54, да, а тому 75. И вот я говорю, тетя Алла, это очередной раз я ее встретил, она только с больницы выписалась, я с подъезда выхожу, она идет нам навстречу. Сели на скамеечке, поговорили. Я говорю, если я вам покажу человека, который в таком же состоянии, как и вы был, только хуже, ему возраст был больше, и он болел уже хренову тучу времени, восстанавливался, точнее, после инсульта. Хотите, вот вы с ним, если поговорите, вы своим глазам, блин, поверите в конце концов или нет? Он, ну не знаю. Я позвонил дяде Саше, сказал, дядь Саша, я вам сейчас овоща привезу, пообщаемся. Он говорит, давай. Я приехал, она час с ним разговаривала. Ну и в тот момент, конечно, дядь Саша меня удивил, что один ему доктор разрешил пить по 50 капель, говорит. А я у его жены спрашиваю, и что, как он теперь с этими 50 каплями? Она говорит, да вот за те выходные полторашку самогонки выпил. Вот в этом заключается моя жизнь. Я за вами гоняться, вот у меня нет намерения. Потому что у каждого свой путь, у каждого свой опыт, у каждого своя жизнь, у каждого свой опыт. Вот до меня вот буквально там дня несколько дней назад дошло, что оказывается у меня болезнь Бехтерева в течение 20 лет. Представляете официально? 20 лет. И 10 из них, кого 10? 13 из них. Я вот так вот живу, не существую, как вы. Не мечтаю о той волшебной таблетке, которую вроде как в лекарство там изобрел один бехтеревец доктор. И вот мы уже сколько? 3 года мы, он, читлани мои спросили, когда же это будет? Когда же там? А надо эту группу лиц, это, на них протестировать. Все руку подняли, лишь бы быстрее. Что-то где-то не слышно ее. Сколько вы еще будете ждать эту волшебную пилюлю? А знаете, почему ее нет? А может, она не работает, а? Так, как он думал. Вы об этом не задумывались? Вы все еще ждете? Как вы попадете к самому лучшему ревматологу Москвы? Да? В этом мечта ваша. А, не-не-не-не, лучше к ревматологу Израиля попасть. Во! Только у вас денег не хватит. И пока вы будете собирать эти копейки, ну, в смысле, эти деньги, по своим копеечкам, а у вас улетает время. Я 13 лет живу, радуюсь, поднимаю других людей, которые, блядь, своим глазам просто верят своим глазам. Я им показываю, вот этот человек, хотите пообщаться, нате, общайтесь. А дядь Сашу тогда просто, один доктор сказал, по 50 капель можно, я ему говорю, ты что, старый дурень, ты что творишь? Ты зачем это затеял?
Тебя это загнало в инсульт, блядь. Ты сейчас опять это делаешь. Ты что, вообще ненормальный? А потом другой доктор сказал, не, греть нельзя. И он загнулся от аденомы предстательной железы. Хотя у него была кровать. Вот так. Вот так это бывает. Вот так вот умерла моя мама. Так вот мучается тетя Алла. Я живу, мама после тяжелейшего инсульта, который, ну, какой хуже? Общий, когда человек, блин, до туалета дойти не может от слова совсем и не соображает. Или тот, который парализованный, но соображает. Ну, кто лучше? Мама через 3 недели поднялась, а та 11 лет мучается. Просто вот так. Вот так вот. Вот так это в жизни бывает. Вы долго будете наблюдать за моим каналом? Или ждете, когда вас петух жареный приклюнет? Только тогда, да? А если в этот раз звонок будет не к канарейке? А? Как вы думаете? И то, что ваши регалии спортивные, они сейчас вам в обратную сторону будут работать. Поверьте, поймите. Изнасилованный в молодости организм, он с возрастом начинает о себе давать знать все больше и больше и больше. И спасение утопающих остается быть делом рук самих утопающих. Вы все еще ждете? Тогда я иду к вам, да? Да куда я к вам приду? Это вы ко мне приходите. Это у меня есть знание того, как это с вами сделать. И тут не важно, как заболевание называется. От слова совсем. От слова совсем. Хотите жить? Медицина будет в этом бессильна. Вот такие вот сейчас у нас нынче правила. Так что, с вами был Кочетков Александр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, просматривайте мои ролики. Ну, может быть, когда-нибудь у вас что-нибудь щелкнет, а? Я это знаю. Эти ролики я пишу исключительно для вас. Для того, чтобы вы поняли. С вами был Кочетков Александр. Всем удачи. Ставьте колокольчик.